Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, друзья. Приветствую вас на канале «Амурские украсы». Зовут меня Донской Николай. Сегодня я анонсирую начало работы над карнизом. Карниз «Русский Север». Длина карниза 2,70, но для удобства изготовления, то есть именно резьбы, я его располовинил. Фронтон будет с двух частей состоять. Вот шаблончик. Я вам специально не показываю, как я делаю столярку, то есть строгание там четверти пазы, да. Но я вам показываю сборку изделия, где вы можете догадаться, какой прием я применил при там для того, чтобы я мог собрать, да, изделие. Почему я этого не делаю? Ну, мне кажется, это неинтересно. Лобзиком понятно, что вы выпиливаете форму. Я вам показываю шаблон. И я вам показываю процесс резьбы. Ну а уже догадаться нетрудно, что надо выпилить форму посредством. Кто-то будет это делать стамеской ножовкой, а кто-то воспользуется электролобзиком. У каждого свои возможности. С сегодняшнего дня я начинаю работу не только над карнизом «Русский Север», но и нашими, так сказать, уже нашей визитной карточкой «Виноградная лоза». Я буду делать несколько полок. Одна полочка покороче, другая подлиннее. Смотрите, в процессе я буду выкладывать видео, чередовать. Может быть, несколько покажу про «Русский Север», потом покажу про полки. То есть, ну, смотрите сами, кому интересно, заходите на канал, оставайтесь с нами. Все это делать я буду, естественно, стамесками Александра Корнеева. Мастерам, профессионалам рекомендую, обращайтесь к самому Александру, его контакты под этим видео, да. Ну, а тот, кто хочет получить уже рабочую стамеску, пишите мне на электронку, если вы только начинаете. Конечно, хочется сначала попробовать, чтобы освоить. Но все равно рано или поздно вам придется осваивать метод заточки. От этого никуда не денетесь. Да, маленько хочу себя подправить. Работа над карнизами и полками уже идет продолжительное время. То есть это заготовка, склеивание, все там... В размер мы вбили, все отпилили, все строганули. Начинается резьба. Вот. Так, про стамески я сказал, но хочу сказать отдельно, поблагодарить автора и исполнителя тех песен, под которые я вам показываю резьбу. Благодаря этому творческому потенциалу Владимира Капункина дефицит в его замечательных песнях мы не испытываем. Песен много, значит, работы будет, хоть отбавляй. Сразу хочу упомянуть о компании «Лоскутный воск». Пользуюсь я покрытиями этой компании, рекомендую вам, мастерам, пробуйте, оценивайте, занимайтесь. Карниз «Русский Север» я уже делал неоднократно. Как он выглядит, я вам покажу. Вставлю фотографию. Ну а мы давайте будем смотреть творческий процесс под хорошую песню Владимира Капункина. Откроются ли вновь глаза? Надежда есть, конечно,
но точно утвердить нельзя. Так с чем уходишь ты сегодня снова на покой? Достаточно ли радости последует во сон с тобой? Мгновение сейчас серебряно скользит луной. Так будет ли рассвет, неважно, ты сейчас живой. Так будет ли рассвет, неважно, ты сейчас живой. Радуйтесь тому, что есть, и поверьте, вы сразу станете святыми, ведь все, что вы осознаете здесь, осознается вами же живыми. Радуйтесь тому, что есть, и поверьте, вы сразу станете святыми, ведь все, что вы осознаете здесь, осознается вами живыми, осознается вами же живыми. Смотришь на звезду, не спишь в небесной пустоте. Часы, но время вечное нигде. А все осознавать и быть возможно лишь живым. И это есть исток, и он останется таким. Конечно же, рассвет возъярится в должный час. Но кто его увидит из тех заснувших среди нас? И будет ли потом, которого как будто нет? Неважно, ты сейчас живой, и это есть ответ. Неважно, ты сейчас живой, и это есть ответ. Так радуйтесь тому, что есть, и поверьте, вы сразу станете святыми, ведь все, что вы осознаете здесь, осознается вами живыми. Радуйтесь тому, что есть, и поверьте, вы сразу станете святыми, ведь все, что вы осознаете здесь, осознается вами же живыми. Радуйтесь тому, что есть, и поверьте, вы сразу станете святыми, ведь все, что вы осознаете здесь, осознается вами живыми, осознается вами же живыми, осознается вами живыми. Радуйтесь тому, что есть. Радуйтесь тому, что есть. Радуйтесь тому, что есть. Радуйтесь тому, что есть.